Здравствуйте, меня зовут Ирина Вакумова, я хозяйка свадебного агентства Caribbean Dating. Многие невесты нас спрашивают, что нужно везти для своей свадьбы в Доминикане, что можно купить здесь. Если вы не везете с собой свадебное платье, то вы должны знать, что аренда платьев у нас очень ограничена, то есть и выбор моделей. Мы рекомендуем лучше тогда уже купить платье здесь, какое-то маленькое, коктейльное, цветное, прикольный для своей именно карибской свадьбы. Аксессуары свадебные у нас есть, то есть у нас очень большой выбор и подушечек, и ракушек, и всего остального. То есть поверьте, мы за 4 года работы собрали уже такой склад, что ну, вам просто и не снилось. Но если тем не менее вы хотите привезти с собой какую-то уникальную подушечку для колец, чтобы потом ее забрать, то конечно же мы с радостью вам ее церемонию приготовим. Бокалы мы делаем на заказ, бокалы уж точно везти не обязательно. Если вы хотите, вы можете их забрать с собой после церемонии на память, если вы будете с ними аккуратно обращаться и не боитесь, что они разобьются. Что касается аксессуаров. Аксессуары в Доминикане есть, они больше такие из натуральных материалов, да, то есть у нас была вот невеста, например, Лариса, она купила очень красивые браслеты и серьги из Ларимара. Ну, то есть, ну, это как бы символично. Лариса, Ларимар. Из каждого отеля ходит автобус бесплатный до 2 самых крупных моллов, где можно выбрать все, что вы хотите. Зачастую пары сталкиваются с тем, что они зимой не могут купить летнюю обувь. Вот. Поэтому, в принципе, у нас обуви тоже нет проблем. Можно всегда выбрать красивые танкетки, сандали, либо какие-то ботиночки для жениха. Можно обойтись вообще без обуви, можно выбрать красивые браслетики на ногу. С этим, в принципе, лучше определиться заранее, потому что у нас были случаи, когда невесты нам говорили, что они не хотят браслетики на ноги из бус, и мы им заказывали в Америке очень красивые браслеты из стран. Конечно, это занимает время, там, с доставкой примерно 3 недели, но лучше рассчитывать там, на месяц-полтора. Но зато это будет то, что именно вот, вы хотите, да, какие-то такие вещи. Так что пишите, звоните нам, мы с удовольствием обсудим с вами возможные варианты, что здесь можно купить, что мы можем сделать для вас, что мы можем заказать для вас. Пишите, звоните, будем рады реализовать ваши любые идеи.